А красивый дом, да? Представьте, он стоит в чистом поле. Вот сейчас вот нету тут МЦК, третьего транспортного кольца. И такое зеленое поле расстилается. И вот он на возвышенности стоит. Очень даже хорошо будет смотреться. Это, между прочим, это как называется? Советский ампир или как там? Я не знаю. Сталинский ампир или что? Но неплохо, согласитесь. И потом он еще и построен, как хрен знает, как капитально, из настоящего материала, не из газобетона, не из пенопласта, облепленного пластиком, как современные человейники. О, Грюнвальд. Вон еще один идет. Вон, видите, он туда так заворачивается. Такой неровный угол, не прямой. Неплохо. Сравните вот с тем, что впереди. Вот эта ГЭК впереди, которая отвратительная, облицованная, которая все это... На сколько лет это все рассчитано, я не знаю вообще. Я этого не понимаю. Почему нельзя дома строить как следует? Просто из нормального, обычного материала. Зачем изобретать? Там, где изобретения не нужны. Зачем в машинах изобретать то, что в них не нужно? Руль, коробка передач четырехступенчатая моя, кондиционер, никакого климат-контроля, ничего. Подогрев зеркал есть, подогрев стекла. Это все более чем надо, более чем, как бы, все, это все, что нужно. Подогрев зеркал, подогрев зоны дворников, заднего стекла. Так. Двигаемся.